Привет! С вами Нейт Мармун. И сегодня мы снимаем новогодний влог. Это тоже один из влогов дома, но он не будет считаться как... Он будет считаться как влог дома. Вот. Сейчас скоро будет уже Новый год. Через 5 где-то минут. Вот. Вот у нас елка. Здесь у нас телек. Мы смотрим СТС. Это наш стол. Дайте вам покажу такой милый тортик, пока мы его все весь не съели. Это тортик овечка. Он называется торт-игрушка, бисквитная крошка и масляный крем. Это мои новые 4 поняши. Там у меня Флаттершай, Рэмбл Дэш и Рарити. Это тортик в виде овечки с таким украшением. Ну, давайте посмотрим Новый год. Вот, а, кстати, наш... Потому что сейчас будут часы бить полночь. Это Москва. Новогоднее прощание президента России Владимира Владимировича Путина. Дорогие друзья, через несколько минут наступит новый 2015 год. Как всегда, мы с волнением ждем этот праздник. Загадываем желания, дарим друг другу подарки. Радуемся замечательной традиции встречать Новый год в семейном кругу. Давайте пока что остановлю до объединения часов. Веревочки, знаете, да, это? С Новым годом! Ура! Счастья всем моим подписчикам! Ура! С Новым годом! Хренаш! С Новым годом! С Новым годом, дочка! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом, доченька! Мы тебя любим!